Поликлиника Каркировского района перешла на новый режим работы. Изменения стали первым этапом реализации проекта «Вежливая регистратура». Обновиться полностью здесь рассчитывают до конца года. Впереди большой ремонт и обучающие курсы. Муниципалитет станет вторым в регионе, где воплотят в жизнь это медицинское ноу-хау. Первым в вежливый формат перешел Сыктывдин. Виктория Палкина выехала на место. Терапевт, педиатр, акушер-гинеколог. С июля попасть к ним можно будет и по субботам. Позже к новому удобному режиму готовы подключить и других узких специалистов. Сами жители Каркировского района не нарадуются этому ноу-хау. Скоро начнут обновлять и саму регистратуру. Здесь запланирована масштабная перепланировка. Деньги выделены, рабочая документация и сметы приготовлены. Сейчас документация будет направлена в аукцион, будут проведены ремонтные работы в регистратуре, в холле и во входных зонах. У нас есть помещение на третьем этаже, мы туда планируем перевести регистратуру на время предстоящего ремонта. Электронная очередь, которая здесь появится, избавит Каркировскую поликлинику от привычной больничной суматохи. Оборудует удобную зону ожидания для пациентов и рабочие места для регистраторов. Суть вежливой регистратуры, что все это будет талонная система, без очередей, в спокойной, неспешной обстановке, без накала страстей. Проект вежливой регистратуры довольно-таки объемный, затратный, и по времени он не сегодня-завтра будет сделан. Планируется это к концу года ввести. Обо всех плюсах проекта «Вежливая регистратура» каркировским специалистам уже осенью расскажут на курсах. Обучение, в том числе и по этике, и культуре поведения, проведут на базе одной из сыктывкарских поликлиник. Пока же сами медрегистраторы занимаются ликбезом. Активно продвигают в народ портал госуслуги. Это очень удобно. Это, как говорится, не надо с утра и до вечера сидеть. Это очень надежно, я считаю, что именно ко времени ты записываешься, приходишь к врачу. В личном кабинете портала в профиле «Мое здоровье» можно будет записаться на прием, проверить данные и историю болезни. Медицинские карты тоже планируется перевести в электронный вид. Осталось проработать вопрос, как уберечь персональные данные и не допустить утечку врачебной тайны. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган», Каркировск.